Дорогие друзья, всем привет! Я заслуженный артист России Валерий Семин. Спешу сообщить вам, что 17 и 18 октября в замечательном городе Бишкеке состоится международный конкурс исполнителей русского романса «Романсиада», который открывает новые имена исполнителей со всей Средней Азии. И самое важное, что он открывает этим молодым талантам дорогу в Россию, на сцену Государственного Кремлевского дворца. И, может быть, именно вы новая звезда русского романса. И, конечно же, я хочу поблагодарить Российский центр науки и культуры в Бишкеке за организацию данного конкурса и выразить отдельную благодарность за проведение уже ставшей это доброй традицией недели русской песни в Кыргызстане, в которой я участвовал уже два раза, и множество других проектов, направленных на укрепление культурного диалога наших стран. Тебя я запомнил в наряде любом, то в темно-зеленом, а то в голубом. Идут тебе платья любые цвета, но лучший наряд твой — твоя нагота. Идут тебе платья любые цвета, но лучший наряд твой — твоя нагота. Когда в воскресенье ко мне ты пришла, то свет погасила и платье сняла, оставив на шее лишь жемчуг ряд. Такой для меня ты надела наряд, оставив на шее лишь жемчуг ряд. Такой для меня ты надела наряд. Я Богу молился, поставив свечу, теперь я молиться ему не хочу. Отныне я понял, что все суета, иконой мне стала твоя нагота. Отныне я понял, что все суета, иконой мне стала твоя нагота. Отныне я понял, что все суета, иконой мне стала твоя нагота. Отныне я понял, что все суета.